Известная в Твери компания «Чемодан Групп» продолжает расширяться. В начале осени команда рестораторов представила новый гастрономический проект «Феличита». Теперь в центре города можно отдохнуть в уютной тратории, где в том числе подают пасту собственного приготовления и пиццу из дровяной печи. Главная пешеходная улица Трехсвятская оживилась открытием ресторана «Феличита» в знаковом и знакомом месте для многих жителей Твери. Итальянская кухня выбрана для старта этого гастрономического комплекса как понятная многим и любимая и взрослыми, и детьми. На самом деле место, которое было вообще создано для общепита, было семейное кафе с ремонтом, потом развлекательный комплекс «Оазис», который, в общем-то, долго просуществовал, и пришло время меняться, время перемен каких-то наступает и в ресторанной жизни города, когда мы идем дальше. Именно наша ресторанная группа. На самом деле, итальянское направление достаточно демократичное, понятное, простое. Это больше семейные рестораны. Как говорят итальянцы, мы в ресторанах готовим так же вкусно, как и дома. То есть мы не покупаем спагетти, мы не покупаем равиоли, то есть мы делаем все сами. Полностью весь цикл, скажем, блюда, он идет здесь. Команда поваров тратории «Феличита» детально прорабатывала рецептуру каждого блюда. Так, для различных видов пасты и пиццы используются несколько видов муки. Основу меню, конечно, составляет аутентичная кухня «Апеннин». Мы взяли итальянские рецепты и сделали немножко на свой манер. Мы берем локальные продукты хорошего качества, у нас меню небольшое. За счет этого у нас всегда самые свежие продукты. Пасту мы делаем сами каждое утро из итальянской муки, спагетти, таглиателла, равиоли – это паста с начинкой. И, конечно же, в дальнейшем мы хотим расширить свой ассортимент паст, сделать с базиликом, с морковью, со свеклой. Также хочу забежать, наверное, вперед немножко. У нас сейчас в планах открыть свою пекарню. Будем выпекать свой хлеб, чиабатты, багеты, грессини. И, конечно, ресторан всегда наполняет аромат пиццы, которая выпекается здесь в помпейской дровяной печи, и за приготовлением которой можно даже понаблюдать. Каждый вид пиццы предлагается как на классическом, так и на римском тесте. Нашей пицце придает вкус печь дровяная, потому что из-за дров меняется вкус теста. Соответственно, оно печется по-другому, не как в электрических печах. Она печется здесь. Печь предоставлена нам из Италии, транспортирована. Мы ее устанавливали, пропекали. И вот она перед вами, и мы делаем вкуснейшую пиццу именно в этой печи. Дорогие друзья, мы открыли ресторан «Феличита». Ресторан в нашем городе, на самой пешеходной улице Трехсвятской. Приходите в гости. Ждем вас в итальянский ресторан «Феличита». До скорых встреч. Пока здесь можно насладиться только итальянской кухней. Кстати, в будние дни ввели и бизнес-ланчи. Но до конца года «Чемодан Групп» планирует запустить весь ресторанный комплекс, где откроются караоке-бар, ресторан грузинской кухни и современная ивент-площадка. Ресторан «Феличита» работает ежедневно с 11 утра и находится на пересечении Трехсвятской и Симеоновской улиц.